Химкинском отделении партии «Единая Россия» прошла встреча активистов Всероссийского общества слепых с советником главы Химок по вопросам инвалидов Михаилом Диктованным. Событие приурочено ко дню Белой Трости, которую отмечают каждый год. На встрече активисты обсудили, насколько условия жизни в городе соответствуют потребностям людей с особенностями здоровья. Регулярно по Химкам местное отделение общества слепых проводит рейды, проверяют магазины, больницы и развлекательные центры на предмет доступности для незрячих и слабовидящих. Доступная среда у нас не первый год этот проект существует, поэтому каждый год все лучше и лучше. Химки, хочу сказать, что лидер по доступной среде по Московской области. Мы все вместе смотрим, мониторим, и какие-то обращения тоже, если поступают, сразу решаем. Встреча прошла в рамках партийного проекта «Единая страна. Доступная среда». На сегодняшний день в Химкинском отделении общества слепых больше 100 человек. Ксения Брагина, Матвей Шинкаренко, служба новостей.